Здравствуйте, это гороскоп Зорхай на ТВ. Меня зовут Дон Доплома. Сегодня 2 апреля, воскресенье, 12-й лунный день. День удачен для людей, родившихся в год дракона. Благоприятно в этот день постигать науку, изучать астрологию, строить туган, субруган, почитать бога богатства Намсре, совершать подношения, лечить болезни, проводить операцию, ставить закваску, покупать новые вещи, приглашать друзей, приводить невестку, отдавать дочь в невесту, усмирять врага, заказывать таван харюлга, отправляться в дорогу к успеху, исполнится все задуманное. Нежелательно в этот день устраиваться или помогать устроиться на работу, нанимать сиделку, работников, покупать домашних животных. Стрижка волос к внезапному заболеванию. Стремитесь не к успеху, а к ценностям, которые он дает.